Временно исполняющий обязанности губернатора Станислав Воскресенский намерен поменять формат выездных заседаний. Об этом он заявил в понедельник на совещании Палаты городских и сельских поселений. Напомним, сейчас визиты губернатора в районы носят исключительно знакомительный характер. Все территории Станислав Воскресенский посетить еще не успел. На этой неделе, например, запланирована поездка в Южский район. А вот с апреля глава региона явно намерен добавить драйва политическим серым будням. Я буду приезжать в районы и попрошу глав районов подготовиться и рассказать мне о той работе, которая проделана, и будем собираться вместе со сходом жителей. Поэтому вы должны это знать, будьте готовы к этому. Жители мне будут ставить вопросы, многие из них и вашего уровня касаются. Будьте к этому готовы. Будем там, где это возможно, вместе такие проблемы решать.